дни Ульяновской области в целом Совета Федерации я участвую в заседании, в выездном заседании Совета обороны, которое проводится в корпусе Экспо. Выступаю с докладом по ряду направлений. Самое главное, чтобы жителям было понятно, Ульяновской области передача земель Министерства обороны, которая не используется именно в нужды региона, для строительства жилых домов, для создания экономической зоны, ветропарков и ремонт межвидового учебного центра. Мы очень озабочены, что та программа, которая была со стороны Министерства обороны, несколько забуксовала именно по строительству нескольких корпусов данной учебной части. Я хотел бы эти вопросы поднять в Министерство обороны и использую потенциал Комитета по обороне Совета Федерации именно такое обращение со стороны Министерства обороны. Я думаю, что будет понимание, эти вопросы будут работать сегодня.